Друзья, ну вот перемещаюсь я по водоему. Ну не успеваю, он кричит, говорит, где ты был? Только я отошел. Инструменты относил. Я издалека вижу, да, у тебя рыбка в руках полтыхалась. Слушай, ну опять такая приличная попалась. Хорошая, да. Да. Зачетненькая. Так, можно так с одной руки подержать? Можно, да. Сейчас мы покажем. Так, собак. Я уже ловил на Волге собаку. Так, все, Тошка, отойди, не мешайся. Пару слов, значит, что у нас сейчас сработало. Все, только желтая сырная паста, которую только купил здесь. Только то, что мы взяли с утра, на нее ловим. Вот, пожалуйста, на третий хвост в зачете. Не только рыба, еще полотенце поймалось. Вот так вот. Вообще паста зачетная. Ну, она вот сейчас, вот эта вот третья, с какой глубины взяла? Это с одной. То есть первые две у нас были с подо льда? С подо льда практически. Не практически, а с подо льда. Ну, так и, да. Там же мелко все, то есть они стояли вообще подо льдом. Это уже с глубины взяла. Пожалуйста, вот переместились чуть-чуть. Размер, причем да. Вот пустовушечку вот оттуда жерлицу забрали, да, сюда, да, перенесли, да, да, и, пожалуйста, сработал. С утра еще человек сказал, говорит, хочу здесь попробовать, в этой стороне. И вот, пожалуйста, результат налицо. Рыба гуляет по водоему. Вот перед этим только что вот там съемка у нас была. Посмотрим, что дальше будет. Вы молодец. Фу, я стараюсь. Просто здесь невозможно быть.